Муфтия Дагестана наградили орденом славы и чести. Церемония прошла в Минаце Республики. Вручил награду архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлам. Таким образом, Русская Православная Церковь оценила заслуги муфтия Дагестана и его вклад в развитие религиозных и межнациональных отношений в республике, а также сохранение православной общины Дагестана. Награждение приурочили к 60-летию Ахмад-Хаджи Абдуллаева и 25-летию единого муфтията республики. Напомним, приказ о награждении муфтия Дагестана подписал патриарх Кирилл. Здесь вот наш уважаемый коллега говорил о том, что принимали участие духовные лидеры республики в событиях 20-летней давности. Хочу напомнить о том, что именно вы, шейх Ахмад Афанди, тогда собрал совет алимов и сказал о том, что оснований для ведения джихада в республике отсутствует тогда, когда хотели установить здесь шариатское государство. Я постараюсь оправдать вот эти свои слова, слова высказанные, мой адрес. Я вас всех благодарю, ценю. И то, что сказано отношений вот между православными и мусульманами, я по-другому не представлял никогда.